Женщины ждут его с нетерпением, мужчины – с содроганием. Это все о празднике 8 марта. Традиционно, канун этого дня, сильная половина человечества проводит в торговых центрах, бегая в поиске идеального подарка и в очередной раз пытается ответить на вопрос, чего хочет женщина. Мы решили немного помочь и сориентировать мужчин по самым популярным и доступным вариантам подарков. Итак, один из самых доступных любому карману – джентльменский набор. Букет из трех тюльпанов и коробка хороших конфет обойдется в среднем 200-300 рублей. Хотите удивить любимую женщину, но при этом не создать брешь в семейном бюджете? Тогда подойдет такой вариант – чайный набор и необычный букет из конфет. Цена от 1,5 до 4 тысяч рублей. И совсем экстравагантный подарок – эко-куб. Это экологически чистый цветочный горшок из натуральной древесины. Он обойдется в 500 рублей. А теперь подскажем, что подарить коллегам. К примеру, блокнот-органайзер – 200 рублей. А если нужно подороже и побогаче, можно заказать ежедневник из натуральной кожи с индивидуальной отделкой. Цена – от 1800 рублей. Также мы решили отправиться на улицы города и спросить у самих виновниц праздника, что они хотели получить на 8 марта. Подробности в спецопросе. Даже не знаю. Много всего. Например, что? Цветов вот столько. Охота бы, конечно, какой-то бы подарок получить. Ну, как будет. А мне не нужно ничего. Мне, чтобы у детей было здоровье, деньги, самое главное. Да нет, внимания достаточно. Тюльпанчик и внимание. Браслетик золотой можно. Какой-нибудь сертификат к салон красоты. 100 грамм и пирожок с мясом.